что, всем привет. В рубрике «Вопросы и ответы» в своих письмах вы все время спрашиваете, можно ли обновить старые окна с помощью кисточки. В конце видео вы узнаете ответ. Выпиливаем вот окно. Вот так вот кисточкой все прометаем, убираем лишнее. Получается, вот я нарисовал линию, как будет устанавливаться новое окно, как установлено было старое. Ну вот так вот теперь ровненько. А вот так вот было. Вот такая у нас цепь получится. Так, ну вот, покрасили проемы. Теперь они беленькие. Вот у нас установлена конструкция. Сейчас устанавливаем подоконники. Вот так вот выглядит проем. Спустя 3,5 дня мы закончили монтаж 6 окон. Они выглядят снаружи. Выглядят изнутри, открывается. Закрывается. В общем, это века Softline 70 мм. Стеклопакеты толщиной 40 мм. И по форме у нас внешнее стекло 6 мм. Солнцезащитное, мультифункциональное с оттенком Silver. Фурнитура на этом заказе Зигения Титан. Противовзломные, все цапфы противовзломные, ответные планки. Всего у нас здесь было 6 окон, и все они удивительным образом установились. Вот 2 красивых окна. Кстати, они установлены по уровню. Ну, те тоже по уровню установлены, но эти 2 особенно по уровню установлены.